Лидерство мадридского Реала после первой половины игры вообще никого никогда ни при каких обстоятельствах не должно удивлять. Просто по названию клуба, по харизме. Но у соперника могут быть собственные соображения на этот счет, касательно конкретного матча. Далеко, вполне возможен удар. Не слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Мадридский Атлетико получает право на угловой. Бьет игрок головой по воротам. Очень внешне легко проходит дальше. Направление Манджукича на вес. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Ложок Лайнсмана показывает, будет угловой. Было так возможно. И хорошо располагается защитник на пути мяча. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку и спасает команду. Мяч за боковую линию. Вбрасывать будут футболисты Атлетико. Покинул мяч в пределы поля и вернется после того, как игрок будет ситуация. Затем раздался свисток. Замена на поле форвард выходит. Еще один. Может быть, как раз тот, которого не хватало до сих пор. Никогда не знаешь это до того, как он выйдет на поле. Ну уж, по крайней мере, мы-то уж точно не знаем. Но я думаю, что скоро мы узнаем, правильное ли это было решение. Пас на Бензема. Думаю, надо бить и забивать. Ну давай! Вратарь красавец. Конечно, даром никто мяч не уступит. Пепе. Марсело. Серхио Рамос. Ригес. Передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. В воротах мяч. В воротах гол будет засчитан. Атлетико Мадрид ведут мяч из-за боковой.
голкипер абсолютно мощно убивая мяч далеко-далеко. И снова вратарь. Ну, вот теперь красавец может, да, перевести дух, покричать на защитников. Мяч теперь никуда не денется. Пепе. Родригес. Бензема. А вот тут можно сыграть и поперек. А партнер не мешало бы быть попроворным. Концентрация игрока, который сегодня имел три шанса и забил три мяча. Это все реже и реже в футболе встречается. Хет-трик великолепный сегодня и по уровню исполнения, да и по факту по своему. Банальная комментаторская фраза «Игра идет по Не видит арбитр как нарушение правил, дает знак продолжать игру. Правильно вступил в борьбу, вовремя мяч забрал. И вот он, Криштиану Роналду. Развивается атака. Только не торопись, не торопись. Времени полно. Футболист Реала перехватывает мяч. Но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. Отвоевать себе удобную позицию в штрафной тоже искусство. Из ворот чуть-чуть сократил угол обстрела, но все равно форвард должен был забивать. Это точно. Выход один на один, это стопроцентный должен быть гол. Исполнительское мастерство, которое игрок Реала проявил в эпизоде, вообще свойственно любому игроку этой команды, даже игрокам скамейки. Да, поэтому мы и видим такое преимущество королевского клуба, когда его до конца матча уже и не догонишь. Превосходство одного соперника над другим становится все более и более ярким. Не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. И вот судейский свисток. Что он показывает, арбитр? И это желтая карточка. Это не борьба, а не хоккей, господа. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Но, безусловно, это нарушение. И нечего спорить с арбитром. Но абсолютно правильное решение принял.
позицию грамотно выбрал и в борьбе поучаствовал. Внешне все только смотрится очень легко. Бензема. Контролирует ситуацию в своей штрафной, голкипер. За доли секунды принял правильное решение, вышел вперед. Это класс. Я не думаю, что у арбитра здесь есть повод придраться. Все по правилам, все чисто, все красиво. Модрич. Боковой махнул, главный свистнул, положение вне игры. И в счете перевес большой, и в игре перевес большой. И у меня ощущение, что хотели, так забили бы и побольше. Но не особенно надо, ведь конец матча близок. Думаю, хороший момент. Вступает вратарь в игру, красавец. Отрабатывать угловые обязанности не только атаки, но и обороны тоже. И ударом от ворот кто-то, скорее всего, вратарь, ведет мяч в игру. И это Криштиану Роналду. И рывок здесь по правой бровке очень даже к месту. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Впечатление такое, что линзы контактные какие-то новые поставил игрок, потому что, ну, вдвое он зорче, чем в первом тайме. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. В игре, когда вроде бы мяч никому не достался и пространства много. Давайте торопитесь, ребята. Команда, которая борется до самого конца, когда-никогда своего добьется. Но, с другой стороны, и команда, которая сейчас пропустила, позволила это сделать. Пепе. Серхио Рамос. Ну что ж, окончательный результат... Ближе я скажу к хоккейному. 5-2. Могло быть и по-другому в смысле результата, но не могло быть по-другому в том смысле, что одна из команд доминировала. Вот почему другая команда так провалилась, это большой вопрос не только к игрокам, но и к тренерскому штабу. И быстренько прощаюсь. Напоминаю, что комментировал встречу Юрий Розанов. И желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что встреча следующая не заставит себя ждать. Мяч находится в воротах. Пока удрученные игроки его оттуда достают, смотрим еще раз, как это сделал Роналду. И обратите внимание на сетку. Вот понимаете, даже всплеск сетки, он всегда после удара этого игрока стильный какой-то. Какой-то особенный. Игрок особенный и гол особенный.
Гол!